кончилась энергия. Кончилась энергия. Энергия на исходе. Кончилась энергия. Захотела расстаться с золотом. У меня кончилась энергия. Осторожно. Больше энергии.
нужно больше времени. Что бы я без тебя делал? Из-за уклона ехать по этой дороге опасно. Наши повозки со всеми припасами соскользнули вниз. Без них нам никогда не добраться до Долгура. Мы уже хотели лезть за нашей поклажей, но заметили внизу какое-то движение. Ты можешь нам помочь? О, спасибо! Прошу, будь осторожна. Хвала Акарату, что мы встретились. Мне так неловко просить о еще одном одолжении, но можешь, пожалуйста, передать послание. Скажи Хададу, что мы идем, хоть и пришлось задержаться. Клянусь, я позабочусь о нашей безопасности. Что это? Долгур, что это? Больше времени.
целом неплохо, но одного не хватает. Нутриница. Это растение, которое едят утопшие. Отлично помогает против некроза. Не знаю, кто это открыл, но эффект становится еще сильнее, если нутриница уже частично переварена. У меня такое же лицо было, когда об этом услышала. Советую надеть перчатки. Джилан? Мне казалось, он слишком беден, чтобы платить. Выходит, я ошибалась. И это тоже неплохая вещь. Хоть и в грязи, но не подделка. Спасибо. Аса, постой! Раны еще не затянулись. Стальным волкам очень нужно снаряжение. Золото, любые ресурсы. Так что я повела разведчиков в старые руины магов. Они долго были у нас под запретом. Но в руинах можно найти сокровища. Вижу, ты уже в курсе. Внутри нас поджидали мертвецы. Алим и Тала упали, и... я отдала приказ бросить их. Щедрое предложение. Но это мой долг. Я завела своих солдат в эти проклятые руины. Двое из них не вышли. Алим и Тала. Надо вернуть их вещи. Тогда хоть возьми кого-нибудь с собой. Ладно. Я приму твою помощь, путница. Встретимся у развалин на западе. Готовься. Придется сражаться. Чтобы выжить в пустыне, волки съедают все и ничему не позволяют сгнить. Когда погибает стальной волк, мы делим его вещи среди остальных. Так мы почитаем усопших. Проблемы есть всегда. Я сказал бойцам, что уплачу двойную сумму за голову того гигантского скелета из смоляных ям. Они лишь оправдываются и ничего не делают. А ты пойди и сам попробуй убить его. Он пылает огнем. Видишь? Сплошные оправдания. Если уничтожишь эту тварь, отдам награду тебе. Я все осмотрела, капитан. Давуда не... Правда? У нас тут стражник пропал. Давуд. Бестолочь он. Конечно. Идиот решил, что разберется с бандитами в одиночку. Бросил пост и сбежал геройствовать. Мне неловко просить об одолжении, но если будешь идти по побережью, поищешь Давуда. Его надо вернуть, надеюсь, он цел. Бандиты в южной пустыне – постоянная угроза. Но некоторые что-то совсем обнаглели. Нападают на наших патрульных около оазиса. Мне надо, чтобы бойцы защищали окрестности, а не умирали в погоне за негодяями. Неужели хоть какая-то хорошая новость? Тамия – настоящий друг. И первоклассный повар. Плохо, что тебе пришлось им помогать. Это волки должны были им помочь. Следить за дорогами. Спасибо тебе, подруга.
за помощь. Моя кузня готова к любому заказу. Это тебе еще пригодится. Сейчас разберем. А ты неплохо подмечаешь руду. Расплавлю ее и починю сломанные доспехи волков. Будут как новые. Вот, возьми это взамен. Чем могу помочь? Энергия.
Внутри бродят мертвецы. Так много, что в тот раз я не решилась считать. Больше никаких ошибок. Находим Алима и Талу, забираем вещи, уходим. Быстро. Еще не готов.
Это Тала. Она прикрыла наши спины. Знаю, что ты ненавидишь змей, но тут пахнет наживой. Поищи в руинах книгу под названием «Компендиум Малификарум». Один клиент готов заплатить за нее такие деньжища, что тебе больше не придется лазить к змеям до конца дней своих. Юлиана. Все сделали. Я отнесу их вещи в долгу. Найди меня там, как будет время. Мы тебя отблагодарим. Не хватает энергии. Yeah.
Я еще не готова. Я еще не готова.
Нанял постороннего, чтобы меня найти. Должно быть, сердится. Но я не могу стоять на посту, пока мои друзья умирают в очередной засаде. Я выследил убийц до берега. Раз уж ты здесь, значит, поможешь их наказать. Тела. Головорезы должны бояться стальных волков. Надо доложить капитану о нашей победе. Увидимся в лагере.
Выглядит так, будто побывал в преисподней. Интересно, что там. Это счет, разумеется. Лучше бы дальше не находился. А хотя лучше я его оплачу. Здесь опасно ходить в должниках. Спасибо за помощь.